Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бусуновский. Мы поговорим сейчас о правильном изучении джанго на примере Foreign Key. Почему я могу об этом говорить? Потому что еще в 2012 году я первый в Рунете написал курс по джанго. Не было тогда других курсов на русском языке. Если спустя эти годы посмотреть на тот курс, то, конечно, он был слабым. Самое интересное, что с того момента, за эти 8 лет, ничего на рынке обучения не изменилось. То есть, никто не пытается научить, все пытаются занять. У вас есть два варианта. К концу урока вы сами выберете, по какому пути идти. Итак, вариант номер один. Берем время 1 год. В любом случае, по первому варианту, вы открываете абсолютно любое обучение. Джанго. И везде получаете одну и ту же картину. Сейчас, секунду, объясню, в чем суть. Итак, первый подход, который используют все. Он заключается в том, что даются основные данные, а потом что делается. В чем будет заключаться ваша работа? В том, что вы будете постоянно сидеть примерно на таких сайтах и искать вот эти исключения, да? За эти годы ничего не изменилось в плане того, что как действительно научиться. Я покажу, как научиться на самом деле. Секунду. Вот берем Mozilla, да? Ну, Mozilla всегда на сайте Mozilla в своем репертуаре. Здесь всегда пишут для программистов. Иными словами, никто здесь ни о чем не заморачивается. Здесь вы найдете сухие формулировки с документацией, да? Но, в принципе, так именно построено вообще все обучение. Все обучение в интернете, включая книги, включая школы, включая все. С одной стороны, смотришь, вроде бы все правильно, да, действительно, пишут сухие формулировки с документацией, действительно приводят вроде модели, и далее, что делается, идет просто перечисление. Ребят, откроем абсолютно любой ресурс. Полный стек Python здесь вообще не стали заморачиваться, здесь просто нагромоздили кучу кода, ну и все. В принципе, ну здорово. Ну, супер. Но новичку здесь делать нечего. Будем говорить так, на Mozilla абсолютно верно. Тут достаточно посмотреть документацию JavaScript, там тоже написано для программистов. Они друг друга запутывают. Здесь тоже новичку делать нечего. Но, по сути дела, для кого написано? Для человека, который очень хорошо знает Python, либо пишет, допустим, на PHP и... по сути дела, скорее всего, разберется, да? Если новичок с нуля, то, в принципе, как лысому припарка. Вроде бы и работать будет, а что делать, дальше не знаю. Вот я взял иностранные какие-то курсы. Здесь вообще человек убил. Убил все знания. Убил. Мы будем рассматривать на примере Foreign Key. Вот это вот вещь, Z-Default, это он загнал сразу новичка в исключение, да? Я потом вернусь к этому фрагменту, очень важный фрагмент, да. Иными словами, опять та же картина, что то, что что-то делается, да, каким образом делается, это не важно. Тем не менее, давайте, я хотел бы сейчас еще отвлечься, показать вам, что такое рынок обучения, да? Насколько это дорого стоит, действительно. Ну вот, смотрим. Ну, я первый попавшийся проект.
Базовый курс Python 856 рублей. Ну, это еще, подожди, сейчас поймете, пока это в белорусских, да, россиянам. Так, ну, единоразовая оплата 1739 рублей. Ну, давайте посмотрим. Давайте наберем 1737. Ну, россияне, как вам так? 50 тысяч. Ну так, нифиговенько, да? Да, знание. Я не буду говорить, плохо это, хорошо, это рынок, ребята. Здесь никто не собирается никого учить. Смотрите, здесь я к чему привожу? 60 часов академических, это, по сути дела, по 45 минут, базовый курс. Двадцать четыре часа. Я вам предлагаю немножко по-другому, да? Я вам предлагаю медленный и неинтересный путь, но вы выберете. А я вам предлагаю 3 недели поработать с 4NK, практически все эти часы с одним элементом, но забыть раз и навсегда. Я покажу путь, который ведет к тому, что вы сможете писать любые сайты. Итак. Давайте это докажем. Сначала откроем первый вариант. Откроем. Когда вы будете в последующем далее делать разные курсы, посмотрите. Вот я вам задаю вопрос. Вот здесь написано. 4NK. Используется для указания отношений один ко многим, другие модели базы. Значит, что вы из этого можете понять? Что из этого может понять новичок? Ребят, ничего. Есть две причины. Причина номер один. В большинстве своем весь рынок обучения строится на том, что человека просто хотят чем-то занять. Второй момент. Вот такой способ подачи материала, он очень удобен. По сути дела, ничего не надо рассказывать, ничему не надо учить, но вроде что-то написано. Это бич нашего времени, где, по сути дела, любые откройте абсолютно. Вот иностранный какой-то открыл курс, где будет просто описываться, что нечто происходит. Так построены все курсы, так построены книги. Они ничему не учат. А в этом курсе я вот посмотрел своим опытным взглядом. Тут человека, мы это рассмотрим, загнали в угол сразу. Потом объясню, чуть поймете попозже. В чем заключается проблема? Секунду. Проблема заключается в том, что сколько бы вы ни учились по этому методу, где я показал методы, вы всегда будете на одном уровне. Возможно, многие из вас сейчас смотрят это видео за монитором и подсекают такую вещь. Я код вроде понимаю, а писать не могу. Почему? Причина очень проста. Мы о ней поговорим. Есть второй вариант. На самом деле линейности никогда нет в обучении. Есть уровень, с которого вы начинаете. Если вы начинаете вот отсюда или отсюда и двигаетесь вверх, чем это обеспечивается? А вот мы это и посмотрим. Значит, давайте подведем итог первого. Когда вы смотрите абсолютно любые курсы, где вам что-то перечисляют, но не учат работать с документацией, это вы впустую тратите время. Единственное, что у вас будет, это каша в голове. Писать вы не начнете. Ваша будет основная работа программиста заключаться в поиске исключений. При этом зачастую будет вам обидно, что большая часть этих исключений будет совершенно
пустая, да? Почему? Потому что вы не знаете, что делать. Потому что вы не обратили внимания, дальше я скажу, на нужные вещи Python, типа такие. Мы это тоже коснемся. Иными словами, кайфа нет, писать не можем. Сколько это будет продолжаться? До тех пор, пока вы не измените поведение свое на обучение. Вы научитесь по тем методам нечто повторять. Есть второй путь, где вы заведомо не на нулевой точке находитесь, если взять это уровень, а это время, а сразу становится сюда. Чем это определяется? Через год вы сможете писать или через два, я не знаю. Все зависит лично от вас. Сейчас я это покажу далее. Вы можете писать сайты любой сложности. Так как это видео для участников школы, в данном случае мы возьмем Фаренгейт. Я предполагаю, что именно участники школы, которые проделали все уроки в школе, да, до этого момента. И мы столкнем, мы так как мы написали три модели, я сейчас объясню, мы на Фаренгейт. Люди, которые первый раз смотрят видео, они могут подчеркнуть саму методику. И если у вас стоит вопрос, что вы долго занимаетесь Python, там 5-6 месяцев, 7, но до сих пор не можете ничего писать, то проблема состоит только в одном. В вашей системе работе с кодом. Итак, ребята школы. Помните, я вам показывал сайт, на котором рассказывали, что целых 24 академических часа вы будете работать в Django, да? И станете писать сайты. Это точно вы не будете делать. У вас будет куча каши в голове. Я вам предлагаю, ребятам школы, проработать 3 недели с Фаренгейт. Почему? В школе мы работаем с документацией. Я учу работать с документацией. Сейчас мы это тоже будем делать. Теперь немного введу в курс дела, учитывая то, что это видео будет выложено на YouTube, и здесь есть новые люди. В школе мы делаем следующим образом. Первым делом, в первых уроках, мы разобрали Django 4. Вход в Django, потом извлечение URL. Это было 30 уроков. Мы научились извлекать URL, namespace, ID, slug, то есть какое-то имя, и getAbsolute URL. Ваша задача была, участников школы, довести это дело до автоматизма. Мы не должны были придерживаться пути, который описан либо на Mozilla, там делается URL. Мы должны четко в любой ситуации извлекать URL. Для этого мы работали в 4 направлениях. Мы работали с моделями, с представлениями, с шаблонами, с URL, со стороны URL. Теперь мы пошли дальше. Так как у нас мы начали с рассмотрения представлений с классов, то у нас стал вопрос переопределения методов ListView, DetailView, да? Их 8 методов. И мы будем с ними работать дальше и переопределять. Но так как в предыдущем курсе, который мы рассматривали, модель была Page очень маленькая, сейчас мы немножко усложнили модель. Сделали чуть больше. Которая состоит, наше представление, из 3 моделей и включает поля, такие как отношения Fahrenheit и money to money. В данном уроке мы разберемся с Fahrenheit раз и навсегда. Итак, в чем замысел модели? Я придумал эту модель для того, чтобы вы могли сделать маленький сайтик и сохранять информацию следующим образом. Нам это пригодится, давайте смотреть.
Вот наше представление, в уроках мы все уже добавили в админку. Давайте посмотрим, что такое вообще foreign key сначала. Замысел модели следующий. Мы в первую модель сайта вбиваем название сайта. Это может быть YouTube, это может быть GitHub, это может быть сайт Бовсуновского или сайт там Иванова, Петрова, Сидорова. В любом случае мы можем вбить. Добавляем название. Пусть это будет школа Бовсуновского. До этого в уроках мы с вами подправили и начали изучать параметры полей, изучили тоже бланк истина, то есть иными словами мы можем веб-сайт не заполнять. Если бы мы не поставили бланк истина, то было бы false, сайт надо было бы обязательно заполнять. Но так как у нас есть сайт, мы его заполним. Сохраним. Второе. Ник я уже добавил. Вторая модель у нас ник учебная. Это можно было назвать там автор, как хотите. Да? Она имеет несколько полей. Name. Ранее, как из чего стоит модель, мы в школе разбирали. Не забывайте, что сейчас это видео для участников школы, которые уже знают, как это сделать. Здесь поля вот. Название поля, Бов я написал, e-mail вбил и сайт вбил. Картинку, если вы помните, ребята, мы поставили умолчание, дефолт, то есть нам не надо заполнять уже картинку, и разместили в нужной папке. При этом не забыли, мы ранее рассматривали 0 истина, это важный момент, мы его добавили. Поэтому мы можем спокойно сохранить. И далее контент. Когда мы добавляем контент, это может быть сколько угодно контента. Вот тут имеет отношение уже наш foreign key. Foreign key, вот он как выглядит. Иными словами, это многие к одному. Что значит многие к одному? Вот берем следующий момент. Школа номер один, Python Джанг. Добавляем. Автор Бовсуновский. Кстати, вот это поле Мани многие ко многим. Иными словами, сразу скажу, почему многие ко многим. Может, вот берем Джанга GitHub. Вот Джанго, да, на GitHub. Смотрите. Один проект, но если вы промотаете, то авторов у него будет много. Money to money, то есть многие ко многим. Они нам дают возможность добавить несколько, в данном случае, авторов к, например, проекту. И мы выбираем школу Бовсуновского. Далее мы вписываем некий контент. Сейчас это не так важно. И у нас автоматически заполнился слух. Сохраняем. Далее мы добавляем еще одну запись. Ну, например, канал Бовсуновского, YouTube. Опять Бовсуновский. И опять выбираем школу Бовсуновского. Опять некий контент. И опять сохранить. Вот это и называется многие к одному. Иными словами, в данном случае у нас к сайту школы Бовсуновского уже прикреплены две записи. Это довольно просто я объяснил, да? Теперь смотрите. Сам принцип. Как надо понимать. Потому что зачастую я иногда просматриваю исключения, которые пользователи делают, да, люди не понимают, ставят foreign key, то есть отношение многих к одному, по-разному.
Я вам дам для начала, как это делать. Смотрите, у нас есть статья. Сейчас, секунду. Статья, контент я напишу. Так вот, смотрите. Запомните. Для начала себе такую подсказку запомните. То, что где у вас полная информация, то есть в данном случае статья, контент там какой-то, какая-то запись и все прочее, это и есть откуда надо ссылаться. Как правило, ссылаются на то, что является, я бы сказал, мета-опциями. Правильнее. Ну, иными словами, ссылаются на что? Дальше мы определяем, если так взять. В нашем случае это сайты, модель сайтов, то есть сайты. Вторая модель у нас ник, да, то есть автор, ник автор. Вторая модель ник. Иными словами, для нас что главное? Для нас главное это контент. Здесь именно у нас unconcent мы и ссылаемся. Мы ссылаемся на ник и на сайты. По сути дела, это называется создать отношения. Если на ник мы создаем отношения многие ко многим, потому что могли бы и к одному создать. Просто я рассмотрел ситуацию, что какого-то контента, например, проекта Django, проекта там... библиотеки Django может быть несколько авторов. Эти авторы будут иметь свои сайты, и нам они будут интересны. С другой стороны, контентом мы ссылаемся на сайты. Мы понимаем, что, допустим, школа Бовсуновский может иметь канал YouTube, какие-то социальные сети, какие-то статьи и так далее. Чтобы собрать все, что нам касается по Бовсуновскому и учиться у него, например, мы ссылаемся с контента на сайт. Но, иными словами, самое простое объяснение такое. То, что у вас является полным описанием, оттуда и начинаете ссылаться. Вот как это выглядит. Та модель, которая является основной, то есть я куда помещаю информацию, она как раз таки и будет ссылаться на foreign key. На модель сайтес, вот она первая, где мы добавляем сайты, на ее месте могла бы быть категория. И второе отношение, мы его сейчас не будем пока трогать, чуть позже, money to money, многие ко многим, на модель ник. Теперь обратите внимание то, что важно понимать. Обратите внимание, вот здесь написано ник, вот здесь написано сайтес. Я бы здесь мог написать все, что угодно. На самом деле, как программист, чтобы мне было понятнее, я пишу в поле foreign key название модели. Для меня понятно теперь, что я ссылаюсь на модель сайтес. То есть я дублирую название модели. Хотя я сказал, здесь могло быть абсолютно иное название. Но это будет правилом хорошего тона. Я четко понимаю, куда я ссылаюсь. Иначе, если здесь можно другое название, мне пришлось еще сюда смотреть, какая модель. То есть эти мелочи должны учитываться. Следующий момент. Ник – такой же самый смысл. Я вам только что показывал примерно то, из чего состоят все материалы. То есть в данной статье, если прочитать, и русскоязычные, создается впечатление, вот я вам, у вас спрашиваю, сейчас я у вас спрашиваю, отбросьте, что я вам по foreign key сказал, давайте найдем. Вот foreign key, вы сюда смотрите, здесь будет описание, что-то там сделано и все. Какая для вас эта информация? Запомните, ребята, это неправильный путь. Правильный путь. Я считаю до 20. Итак, я пошел отсчет. Я дам задание
и считаю до 20, а вы попробуйте это сделать. В течение 20 секунд, пока я буду вести отсчет, вам необходимо найти в документации поле Foreign Key. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Стоп. Ребят, вот вам самотест. Если вы даже не попытались это сделать, потому что вы не знаете где, поздравляю, вы точно движетесь в хорошем направлении. Вот ваш путь, вот он. Отсюда и туды вы будете всегда топтаться на одном месте. Писать вы точно не будете, будете искать исключения. Надо эту ситуацию менять. Менять или нет, дело ваше. Я рассказываю второй путь. Есть такое понятие – система работы с кодом. Пришел я к ней, жалко, что поздно. Начиная Python с 2009 года, допетрил я ее в 17-м через 8 лет. Ну, а новичок и вообще ничего не допетрит. Посему просто покажу. Разработку я начал объяснение с чего? Система работы с кодом. Ребят, сейчас я считал до 20. Если вы пытались искать, не нашли, но уже пытались, это классно. Если вы даже не пытались искать, потому что вы просто не знаете, где это, ребят, поздравляю, это ваша система работы с кодом. А что вы делаете? Скорее всего, лазите в Google, копируете чужие ошибки людей, которые у кого-то что-то скопировали. Давайте, может, попробуем думать? Ну, давайте. В системе работы с кодом просто расскажу. Я 8 часов целых рассказывал, что такое self. Удивитесь. Ну и вошли в классы. Показал, как классы. И, по сути дела, концентрировался, как работать с... Вообще, как вы будете работать с кодом. Я здесь приведу всего лишь некоторые примеры, ребят. Но скажу вам. Первые полгода новичок должен работать на своей системе работы с кодом. А это потом, а это работает, а и прошло 2 часа, я искал, у меня не работает, через неделю заработало. Это и есть ваша система работы с кодом. Чего мы хотим? Если мы не пишем, то вопрос, причина. Причина только в этом. Первое. Система работы с кодом. Зачем нужна система работы с кодом? Система работы с кодом учит чему? Работать с документацией. Вы, наверное, задали вопрос сами себе. Так я там ни хрена не понимаю. Абсолютно верно. Тогда отвечаем на вопрос. Так почему же в большинстве курсов вы сами на него ответите? Материал излагается именно таким образом. Вот таким. Либо, ну, в Mozilla, по крайней мере, человек занимался не программированием, но копированием точно. Они в своем репертуаре. Я не осуждаю, там все написано для программистов. Описание, вот делается что-то, либо, ну, я поискал ради интереса. Что не ищешь? Ну, давайте вот тут посмотрим. Здесь вообще тупо код. Тогда вы у меня спросите, пока я ищу, да? А что ж буфсон? Либо таким способом, да? По сути дела, а с чем работать? Ну правильно, большинство, давайте нажмем foreign key. Что вы скажете? Вы скажете, а я тут нифига не понимаю. Ну вот. А этому надо учиться, ребят. Вот отсюда все проблемы. И все люди в основном пишут курсы. Почему? Именно вот так, как я показал. Потому что не понимают документации.
Ну давайте хоть, если мы разберемся в Джанго, то сможем читать документацию на абсолютно любом языке. Итак, первое правило Болсуновского – система работы с кодом. Идти к документации надо от своего кода к документации. Почему? Потому что код, который мы с вами пишем, мы его хоть как-то понимаем. Мы с вами разобрались с моделями, разобрались с полями. При этом, работая с теми же URL, ребята школы, вспомните, мы все время были на одной ноге с документацией. То есть от нашего кода к докам потом будет работать обратное. На самом деле найти было просто, но это надо было знать. Это надо было посещать документацию. Для того, чтобы знать, надо было не раз посещать. Можно было набрать Django, где будет, конечно, в полях. Я-то знаю, я потому что там не раз бывал. Мне надо всего лишь найти типы полей и дальше справа, после, думаю, я найду Ferenkey. Буквально просто, да? Так должно быть у вас. Зачем я это вам показал? Потому что запоминать ничего не нужно. Нужно просто знать, вот в принципе на том уровне, который я вам показал с сайтом, да, секунду. А дальше работа с документацией. Давайте попробуем научиться хотя бы здесь. Что такое Ferenkey, мы поняли. Мы можем перевести. В принципе, по коду и так понятно, но на начальном этапе нет. Итак, куда надо смотреть? Да все очень просто, ребята. Здесь включается Python. Здесь, ребят, когда, если вы спрашиваете, слушайте, а Python надо изучать для того, чтобы работать с Django? Опять оставляю это на ваш выбор. Сейчас посмотрите. Итак, смотрим класс Ferenkey. Что мы видим? На самом деле, есть такое понятие, как я говорил, работа с функциями. Если люди приходят в мою школу, я здесь все очень просто объясню. Я школу начинаю с функций, именно с функций. Функции Python, функции Kotlin, функции JavaScript. Написав на трех языках, сможете писать на четвертом, пятом, шестом. Мы начинаем с функций. Для того, чтобы разобраться в функциях, ничего не надо знать, кроме функций. А почему Болсуновский вдруг начал изучать с функцией? Да все очень просто. Откройте любой код. Django. Django – исходный код. Нет, я не Django открою, я открою проект Bivari, это проект Рассела Кейта Маги, одного из разработчиков Django, который есть ведущий во всех частях Django. И у него есть свой проект, как раз я по нему писал уроки, будете знать немножко. Это проект Toga, то есть написал смысл вот такой. Написал приложение одно, и потом распространяешь сразу его один и тот же код на Android, в Django и так далее, на все устройства. Проект крутой. Так, ядро. Нам другое сейчас интересует. Toga. Именно когда мы изучали Python, ребята помнят. Я говорил, читаете вы код или нет? Ну что ж мы здесь откроем? Ну, откроем App. Смотрите, какая чудесная вещь получается. Оказывается, когда открываешь абсолютно любой код, мы видим функции либо методы. При этом метод – это та же функция, то есть в классе, единственное, с первым аргументом self, всего лишь. Но работает по принципу функций. В Python и класс, если брать исключение, тоже работает по принципу функций. Во, какая чудо, а!
То есть все си-подобные языки, которые мы с вами изучаем, они основаны на функциях. Так, сначала отвечу на вопрос, это напрямую относится к Foreign Key, причем здесь Python, а вы уже выбираете. Ребят, вот я зашел, я уже сразу считал, я говорил, как надо изучить функции, как я вас учил. Должно происходить три вещи. Считывание параметров, то есть, иными словами, то, что в скобочках, должно быть на автомате. Вы не должны размышлять ни секунды, вы просто должны были считать. Второй момент. Вызов функции или метода должен быть на автомате. Третье. Основные исключения, связанные с неправильной работой функций, мы их тоже рассмотрим, должны быть на автомате. Скажите, я что-то сложное сказал? Надо было недели три поработать с функцией трех языков и закрыть этот вопрос раз навсегда. Если мы этот вопрос не закрыли, то давайте, получайте. Открываем здесь. Что здесь нового? Ничего. То, что я показывал здесь, то показываю здесь. Что здесь написано? Считаю до 10. Как это прочитать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проговорите. А потом, на самом деле, здесь написано. Foreign Key требует два обязательных позиционных аргумента. Так как здесь вбиты два обязательных позиционных параметра. Значит, они требуют передачи двух позиционных аргументов. Если вы не изучили функции, то, скорее всего, я сказал то, что вы будете делать. Давайте-ка мы попробуем это дело сейчас усовершенствовать. Убираем одну запись с поля Foreign Key и получаем. Init missed required position. Отсутствует один позиционный аргумент, то это к. Давайте откроем git. Это и есть обучение Django по-настоящему, ребят. Вы уже в процессе. И смотрим. Ай-яй-яй, какие ребята, какие мальчики и девочки. Ой-ой-ой, поругать бы вас. Ну, и что они делают? Вам это надо? Вот что занимаются люди. У меня исключение, вы представляете? Не работает! А на самом деле... Какое исключение? Ребята, функции, вы функции просрали. Вы не знаете функции. Ну, думаем. Да здесь же написано, открыл документацию. Мы считали. Почему? Потому что мы раньше изучали с вами Python. Правда? Ага, правда. Вот, поэтому... Спокойненько, тихо, после занятия, там, в Овсуновском школе, и потом ускоряясь, идем изучать функции, доводим до автоматизма и получаем счастье. Первый обязательный аргумент должен передать то, к. Дальше идет описание. Смотрите, все как просто. Что здесь непонятно? Отношения многие к одному требуют два позиционных аргумента. Не понимаем это, значит, не изучаю. Класс, для которой связан с моделью. То есть, иными словами написано, для тупых, которые просто знают Python, что укажите от модели, которую указать, ту модель, на которую вы хотите сослаться. Что здесь сложного? Я что-то сложное сказал? Но этому надо учить, ребят. Да, это простые вещи. Для Бовсуновского, который уже больше 10 лет там с Python, да? А мы убрали. Дальше мы попадаем на курсы. Допустим, вы находитесь на курсах, и начинаются чудеса. Вам говорят, ну дальше надо написать так. Ну, например, сайт. Ну, я ведь правильно написал? Не, ну я уверен, что правильно. Моя модель... Ой, я не там написал. Моя модель называется Sites. Я на нее хочу сослаться. Вот она. Но объяснять-то не это надо на курсах. Как объясняют? Мы указываем модель.
Я попробую убрать второй обязательный параметр. Но обратите внимание, я указал модель. Давайте сейчас сначала. Вот работает, да? Я открываю браузер, открываю свое приложение, обновляю, у меня все работает. Смотрите, чудо. Волфсоновский делает чудеса вообще. А я вот так делаю. Спешит, спешит. Как JavaScript всегда со свечкой в жопе. Опять работает. Ёсть твой раз. Чудеса. Ну, потом выясним. Мы выясним, почему эта сволочь Джанго работает и что тут Булсуновский пишет. Я ж мог сказать, что вот так пишем. Нет, ребята, есть три варианта. Но сначала мы уберем вот это. Так как пишут, тоже поясняют, ничего не поясняют. Но мы уберем. Слава Богу. И опять получаем исключение. Но опять написано. Но если вы по первому пункту, как я говорил, занимаетесь, то, скорее всего, ваше действие вот следующее. Вы будете искать. Потратите время, к концу недели, ой, заработало. Ребят, но ведь это не программирование, это мучение. Жить в режиме код понимаю чуть-чуть, но писать не могу, так живут большинство разработчиков. Это плохо. Скажите, ведь в документации все написано. Давайте посмотрим. Слушайте, тут написано. Два обязательно, мы считали, два позиционных параметра. Значит, должны быть перед два позиционных аргумента. Первый то, второй он delete. Delete, да? Мы можем промотать, что такое за он delete. Мы его коснемся. И на самом деле прочитать. Создает ограничения в базе, поддержка для параметров каскадного уровня могут быть реализованы позже. Что здесь написано? Абсолютно верно. Ведь вы не читали документацию и не пробовали. Что такое на языке ограничения? Ребят, да посмотрите вы на сам метод. Здесь же написано. Как удалять записи? Он же говорит, а кто он что должен? Программисты Джанго, Джанго одна из крутых документаций. Здесь написано, как удалять. Что здесь надо читать? Хорошо. Если вы посмотрите свои курсы, вам будут везде предлагать примерно один вариант. Вот такой. А тот человек, который его показывал, я, наверное, уже не найду, он загнал новичка в угол, вот это предложил. Мы сейчас рассмотрим это. Пока мы получили исключение, теперь мы умные, по крайней мере, начало у нас есть. Мы посмотрели, что действительно нам надо два позиционных параметра. Значит, второй метод, который должен быть передан, все правильно, мы передаем, уже знаем, мы умные. Он delete. Смотрите, среда ведь все подсказывает. Ну, чтобы не писать. От класса models. Каскад. Теперь, собственно говоря, чем вы будете заниматься 3 недели? Абсолютно верно. Разбираться в первую очередь в нескольких методах. Когда люди пишут, так,
Я на русском набрал. Оно все равно должно перевести. Давайте попробуем. Так, тут и удалось. Давайте. Так. Смотрите, вернемся к этой записи и посмотрим, что сделал автор. Я сейчас вы поймете, о чем я говорю. Автор пишет это вроде как для новичка, но когда он ссылается, он пишет that default. А теперь я вам расскажу страшную истину. Открываем документацию. И все вот так пишут, такое чувство, один вариант. Неужели объяснять надо другое, ребята? Объяснять надо другое. Django предоставляет три готовых метода, да? И три дополнительных тонкой настройки. Вы скажете, зачем так много? Django-разработчики везде предоставляют много методов. Многими из них вы не воспользуетесь. Но они это объясняют тем, что сайты сможете делать до точки. Когда вот этот вариант человек описал, как для новичка, он и будет думать, что так надо делать, и не вылезет из исключений. На самом деле, начинать надо объяснить всего лишь. Мы пусть начнем с каскад, да? Но ваша задача сейчас, что сделать? Вот я вам даю домашнее задание. То есть вы заполняете каскад, да? Потом, что вы делаете? Ваша задача понять, как Django будет удалять. Проще всего это понять. Покорпеть с этим. Ну, давайте попробуем сделать. Вот у нас есть контент, да? Вот у нас название сайта. Ой. Надо, мы же прерывали. Вот у нас название сайтов. Вот у нас была школа Бовсуновского. Каскадное удаление, иными словами, это удаление таким образом, когда удаляются все записи. Давайте попробуем удалить имена и ники, money to money. Здесь мы видим, что мы видим. Если согласно нашей модели, у нас money-to-money ссылается на модель ник. Но мы ее удалим. Далее нам Django пишет, что есть отношение с двумя объектами. Notice объект 8 это ID указанный. Да? То есть с двумя объектами, ведь мы, помните, две записи добавляли. Я удаляю. Теперь я смотрю название сайтов. Оно у меня осталось. Правильно. Контент. Контент у меня тоже остался. Теперь смотрите, что происходит. В нашей модели Notice, то есть где вся информация, то есть сам контент, идет ссылка foreign key на модель сайт. Давайте я попробую. Понятно, если я удалю просто одну запись, она удалится. Но вот что будет, если я удалю название сайта? Смотрите, я удаляю название сайта. Нажимаю Go. О чем она мне предупреждает? Название сайта одно, контент две записи. И перечисляются записи. Смотрите, школа Бовсуновского, то есть две записи, которые мы добавляли. И я пытаюсь, я удаляю и смотрю контент. Контента теперь нет. Иными словами, если проще, настройка модели каскад, она удаляет все записи. Если проще сказать так, если удаляется статья, удаляются все комментарии.
принципе, эта настройка подходит для большинства сайтов. Ну что ж, давайте поступим так, как тот парень, который решил для новичков поумничать. И он там еще так написал: мы же не хотим, чтобы категория удалилась. Но я сначала скажу. Смотрите, Django на самом деле представляет целых три метода. Целых три метода, смотрите, здесь написано вот то, что мы проделали. Django удаляет поведение ограничения SQL, а также объект, содержащий foreign key. Иными словами, у нас так и получилось. У нас получилось. Модель Citus, ведь на нее ссылалась модель Notice, да? Foreign key ссылался на Citus. При удалении Citus удалилась связь. Все просто. Далее. Вот это я отдаю теперь вам домашнее задание. Два пункта. Protect и следующее. То есть создайте эти модели и посмотрите, как что удаляется. Будете знать. Итак, Django предоставляет настройки, как удалять. И эти параметры являются обязательным. Мы должны указать Django, как удалять, да? Первый мы с вами рассмотрели, два вам на домашнее задание. Но ведь Django еще предоставляет еще три вещи. Для более тонкой настройки, как правило, одни, скорее всего, вам не понадобятся. Но мне, допустим, не надо были. Это Z0, Z-Default, Z и еще есть вообще ничего не делать. Это, вы знаете, наверное, можно представить ситуацию, но в данном случае, если взять того парня, в принципе, где-то логика может и правильная. Иными словами, он что он стремился делать? Я не найду уже ту запись. Он стремился делать следующее. Зачем вот это вот может быть использовано? Для того, чтобы у нас, смотрите, у нас есть запись, да? Как правило, это было бы, наверное, разумно использовать с категориями. У нас категории сейчас нету, да, но у нас есть записи. Мы удаляем категории, но записи остаются. Но вот тут-то и указывается дефолт, то есть должны каким-то образом куда-то быть прицеплены записи, категория, которая удалилась. Вот это тогда можно использовать, но очень осознанно. Но опять же, почему я говорю, вам надо 3 недели посидеть. А давайте-ка мы просто поменяем настройку. Он делит, да? Если те варианты, 3, они безопасны, да, и работают из коробки, с двумя вы разберетесь, то здесь требуется определенная настройка. То есть вы должны четко понимать, что вы делаете. Ну, например, давайте попробуем. Мы с вами сделаем что? Вот то, что должны были объяснить все буквально, кто ведет курсы Django, простую вещь. Если ты уже указал каскад, то скажи, что у Django есть 6 настроек основных. 3 из коробки, которые делают то-то, то-то, то-то. Вот я вам одну показал, 2 вам домашнее задание. Создать ума много не надо и посмотреть, что происходит. Удалите одну, удалите вторую, ага, понятно. И 3-4 точные настройки, когда вы что-то вручную делаете. Тогда картина меняется, ребят. Тогда у вас появляется выбор. Тогда вы понимаете, зачем вам идти в документацию. Я же сказал, учить ничего не надо, запоминать не надо. Что надо было запомнить? Что Django находится в настройках полей, все. Дальше надо просто уметь прочитать и уметь пользоваться. Ну что ж, давайте попробуем. Взять настройку Z-Default.
Скорее всего, мы сейчас получим исключение. Давайте его получим. Абсолютно верно. Не исключение, а предупреждение. Здесь мы пишем. Info notice, citus, on delete, то есть наша настроечка has no default value. Нет настройки по умолчанию. Здесь разобраться нетрудно. Логика очень простая. Смотрите. Давайте мы попробуем. Мы даже, наверное, не запустим. Или запустим? Нет. Оно не дает запустить сервер. Как я сказал, когда будет удалена, вот у нас сайты есть, да, удалена название сайтов, допустим, YouTube, а там в контенте, как мы добавляли несколько, а куда их потом прицепить, эти записи, надо, наверное, указать. И здесь мы делаем следующее. Давайте-ка попробуем. Сначала напишем так. Оно, наверное, будет работать, но это будет неправильно. Сейчас покажу некоторые вещи. Хорошо, пишем. Оно же нам подсказало, дефолт присвоит 1. Присвоит 1. Давайте попробуем разобраться. Запустим. Правильно ли написано? Так. Оно мне показывает. Синтаксическая ошибка. Ну, где-то я допустил ошибку. Давайте мы сейчас посмотрим. И оно вечно URL перескакивает. Так, тут у нас все правильно. Но синтаксическая ошибка есть. Действительно. И оно показывает на эту строку. Интересно очень, как оно объяснит. Инвалид синтаксис. Правильно. Неверный синтаксис. Но по сути дела, давайте посмотрим документацию опять. Смотрите. Ведь здесь явно указано. Здесь явно указано, что идут два обязательных позиционных параметра. Да? А здесь мы, во-первых, уже сделали неправильно. Я специально сделал неправильно. Я, может, где-то еще допустил ошибку. Вот она, синтаксическая ошибка, она с этим не связана. Я просто сдвинул случайно на одну. Уже запустил, да, где-то здесь просто класса, я где-то что-то зацепил. Ну, мы посмотрим сейчас. Так, давайте посмотрим, какой line 25 URL. Неужели я там уже умудрился что-то сделать? URLs мы не были, поэтому если только случайно. Нет. Ну понятно, вот единицу доставил. Все, вот это и ошибка, я думаю. Так. Все, ошибка пропала. Ну вот, чем хорош Vim, что такого не происходит. Ну, просто Vim я не хотел показывать, хотя решил школу приучать к Vim. Мне нравится Vim. Итак, здесь все стало, да? Оно, скорее всего, будет даже работать. Но все равно мы немножко неправильно написали, да? Давайте посмотрим документацию еще раз и посмотрим, да? Все-таки правильно было бы написать методы. Хотя оно, видите, Django и тут уже нас опередило. Кстати, ребят, а почему здесь написано, я вас спрашиваю, и считаю до 10. А почему здесь написано то? Что это вообще? Что это? Ну, до 10 досчитал. А может, попробуйте набрать только первый параметр self? Так вот, просто здесь, в данном случае, Django посчитали, обычно пишут self, и здесь и написали то. Но это первый обязательный параметр, вот и все. То есть отношение к модели. По сути дела, в обычном классе тут бы стоял self. Вместо self написали то, никто не запрещает.
Здесь это логично и оправдано. Но правильнее было бы сделать так, все-таки, чтобы быть правильными. Ну, во-первых, чтобы было удобно вот так вот оформить модельку, чтобы не растягивать. Вот так наш дефолт и вот так. Все читаемо, все классно, все прекрасно, да? И это все выровнять на один уровень. Ну, чтобы было красиво все. Все, сервер перезагрузился, все нормально. Но мы, скорее всего, это требует тренировки, ребят. Это, почему я говорю, надо поработать. Ну, давайте попробуем. Вот мы установили. Ну, добавим сначала имя, да, оно ни на что не влияет у нас. Давайте ради интереса. Email там придумаем. Персонал веб-сайт. Возьмем spb-tut.ru, реальный сайт. Ну и сохраним. Все у нас сохранилось. Далее. Ну, давайте добавим контент. Он нам не давит, не даст добавить, ну, допустим, Бовсуновский. Ну, выбираем Бовсуновский. Но у нас здесь ничего нету. Ну, Django нам сразу дает возможность это добавить, да? То есть вот она открылась, название сайта и веб-сайт, саму статью. То есть это модель, которая первая у нас. Школа программирования. Ну, она совпадает с персональным веб-сайтом. Добавляем, сохраняем. Мы сохранили и... Теперь мы, вот оно добавилось. Далее сам контент. Ну, давайте перейдем на главную. Пробовали писать основную идею. Пока это не так важно. Пока важно сам понять принцип, что мы то можем в документации работать по-другому, сохранить. Давайте еще один контент добавим. Канал. Вы же так можете примерно собирать себе информацию по теме, которую вы изучаете. Я специально придумал такую модель. Канал Бовсуновского, да? Так, где наша? И опять много сайтов открылось. Опять Бовсуновский. Контент канала. Ну и сохранить. И так у нас опять получается. А давайте-ка попробуем, получится или нет. Удалить название сайта. Все. Опа, все правильно. Смотрите, мы получаем исключение. Какие ваши действия? Все верно. Идти туда. Ну, мне туда не надо, я и так уже считал. Иными словами, Джанго вам только что сказала. Слушай, парень, если ты это удалишь, твоя база данных, ей каюк. И она нарушится. Ну, может, будет там работать, но ей каюк. Почему, помните, я сказал, тот парень для новичка создал головную боль. Если новичок не сообразит пойти в документацию и будет думать, что именно так и надо писать, а там он довольно, ну так, не будем говорить до конца, написал, что надо писать zap default везде, то он и будет строчить, а потом получать кучу исключений. Ведь надо было проговорить совсем простое. Слушайте, Джанго предоставляет. Три варианта из коробки, которые точно не будут вызывать исключений. И еще четыре варианта дополнительной настройки, когда вы хотите внести изменения вручную. Так тогда извините меня. Есть разница объяснить. Мы написали, чтобы как мы написали, как чтобы удаляя все записи. А дальше трава не расти. Никогда писать человек не будет. А вот так будет. Уже он с Foreign Key разберется.
Вот это ваше домашнее задание разобраться. А что здесь разбираться? Разбираться надо во многом. Ну, во-первых, у вас, наверное, возникает вопрос, а что это? Скорее всего, это надо почитать, что это такое. Это, скорее всего, ID. Я так думаю. Но, тем не менее, мы можем понять метод, который нам надо. Смотрите, сколько еще дополнительных методов. DB, Constein. Именно это исключение мы получили. Ну, Django-разработчики конкретно сразу написали. Очень плохо может сказаться на целостности ваших данных. Они предупредили. Почему? Потому что много надо учитывать. У вас есть устаревшие данные, которые недействительны, вы сегментировали базу. Иными словами, разработчики сказали, мы то сделали, а вы смотрите. Но в данном случае, там мы смотрели урок, да, человек прямо сказал. Конечно, это можно было сделать, смотрите как. Я не буду сейчас больше в это углубляться, но по сути дела здесь очень четко описано. Здесь есть два варианта. Когда есть устаревшие данные, которые недействительны, и когда вы сегментируете свою базу данных. Но это рассматривать как вариант, опять же, здесь надо куча приготовлений. По сути дела, это удобно применять в категориях, надо, чтобы они были уникальны. То есть нам еще нужны какие-то знания. Да? Второй момент. С чем это делать? Мы могли сделать так, пока мы тренируемся. Давайте посмотрим. Посмотрим, какие варианты у нас есть. А вот мы сделаем сейчас, если мы уже установили, мы попробуем, ведь можем как хотим нам с базой поступать. Мы поставим следующим образом. Отключить, ну ладно. Поставим false, попробуем так, да, ничего не делать. И вообще обезопасим себя. А он delete, он delete. Модель. Ничего не делать. Попробуем перезапустить сервер. Так, чего-то не то. Угу. И поехала бубны, да? Лейбл админ и так далее. Сейчас некогда это исключение править, так как это уже информация, навряд ли, она не для новичков. Почему? Ваше домашнее задание остается прежним. Вот эти вещи для опытных программистов, если вам что-то уже заказали, да, то есть конкретно сделать, чтобы... Допустим, z-default, когда, вот как в WordPress, когда устанавливается, есть, я не знаю, сейчас есть или нет, раньше было первое, без категорий. То есть то, что никогда не удалится, да, там без категории. Можем ее переименовать, но по сути запись в базе данных, ID будет всегда один. Тогда можно. Давайте сделаем так. Я сейчас не буду, потому что это очень долго, да? То есть, по крайней мере, поняли. Как правило, хватит первые три варианта. Они вполне достаточны.
ваша задача, по крайней мере, два оставшиеся проверить. Да? Вы можете смело, допустим, взять Protect. Это нам надо убрать. Дефолт нам надо убрать. А, мы две вот так поставили. Ну ладно уже, я просто не посмотрел. Это убрать. Обновить. Все работает. Ну, я уже не буду, вы сами выясните, чего оно там не работает. Как оно будет что удалять, да? К чему я это говорил? Говорил к тому, что в Django есть вещи, которым надо уделять обязательно внимание. Это отношения. Почему? Потому что это будет делать ваши сайты довольно сложными, да, то есть какими-то вариантными. Поэтому здесь надо знать. Вернемся еще к тому, к самому простому, чему мы писали. Что мы писали? Помните, мы с вами говорили? Вот так написали. Просто как переменную, да? И оно работает. Оказывается, можно, если вот мы видим вариант, да, оказывается, можно передать, если мы дальше варианты посмотрим, да, то здесь можно, оказывается, передать и как строку, и как переменную. Но нас интересует еще один вариант, есть, оказывается, вот так. Зачем он действительно? И здесь опять написано в документации, чтобы ссылаться на модели, определенной в другом приложении, вы можете явно указать модель с полной этикеткой, да, лейбл. Например, если указано выше, определенное в другом приложении, то нужно использовать. Иными словами, между приложениями. В данном случае мы могли ссылаться даже на модель в другом приложении. Либо, если у нас в другом приложении есть такая же модель, и мы не хотим, чтобы она зацепилась, да, то есть к ней было обращение. Почему? Мы тогда пишем так. Наше приложение называется InfoNotice. То есть это пишется как строка. Иными словами, мы пишем строку. Там это сейчас не буду, потом отключу. Давно надо было. Мне так вроде как и удобно работать с этим. Опять я обновляю. И опять будет все работать. Здесь я бы мог вообще указать на модель другого приложения сослаться. То есть, если бы у меня там было сайт в другом приложении, я мог бы указать имя модели другого приложения. Смотрите, сколько можно, нужно знать. В данном случае я указал приложение, в котором находится моя модель, из расчета, что если в следующем приложении есть такая же модель, да, но я бы этот мог и по-другому решить, то, что мне нужно опять, то, что действительно нужно вам понадобится обязательно в процессе всей деятельности, это метод, который надо почитать, вот этот, related name,
по сути дела, Django создает связь между моделями автоматически. Но, в принципе, я мог бы это дело проконтролировать. Во-первых, код проще писать. Я бы мог написать так. И как строку написать. Либо поставить вот так, плюсик, добавлять, либо указать вручную. Ну, например. Citus. Info. Notice. Для меня понятно. Модель сайта с приложением InfoNotes. То есть, по сути дела, здесь надо выработать какое-то свое понимание вам, да? Related name не может быть одинаково. Теперь из командной строки при обращении я смогу использовать автоматом. Ну и Django будет автоматически это использовать имя уже для соединения. А смысл, чтобы получить человека читаемое имя. Я уже буду заканчивать, потому что моя задача была сейчас. Мы, я думаю, с участниками школы продолжим еще, покопаемся, да, чтобы достигнуть того, чтобы мы могли просто свободно пользоваться документацией. Ребят, что вы увидели? Если вам будут рассказывать, что там за 20 часов вы научитесь писать сайты, ничего не научитесь, вообще ничего не научитесь. Вот я вам показал. Взяли, есть, я сказал, всегда важные вещи и неважные, есть базовые. Например, foreign key относится к тем вещам, которые всегда нужны, да, в любых случаях. Смотрите, сколько здесь вариантов. То есть, если вы хотите хоть немножко разбираться, тут надо посидеть недели три. Это и будет ваши 20 часов. Но этот вопрос будет полностью закрыт. Если так делать, как я сказал, то вы находитесь тогда вот здесь. Начинаете с чтения документации. Мы с вами очень ладненько прочитали и параметры, и поняли, что передавать, и исключения увидели. То есть мы стали отсюда, не с нуля, отсюда. Но при этом мы уделяем определенное время, допустим, в данном случае foreign key. Даже если мы разберемся вот с этими вещами, и с базовыми тремя вещами. Потому что тут основные вещи все есть. Вы видите, здесь есть и предотвращение удаления. То уже будет неплохо, да, для начала работы. И второе, несколько месяцев, несколько методов. Вот эти методы на первом этапе вам не нужны. Почему? Потому что вы новичок. Когда вы попишете с десятка два приложений, вы придете уже и к этим методам. Оно автоматически, вы про них будете знать. Все это надо проработать в командной строке, что мы с вами и будем делать. Далее. Как вы видите, еще есть много методов. Начать можно с related name. То есть для чего? Потому что мы, допустим, будем работать в Юпитере. И нам надо, в принципе, проще самому указать, как обратиться к модели, чтобы не гадать, да? Хотя гадания здесь никакого нету, ну ладно, оставим. Все, есть еще несколько других методов, но уже они относятся. И, по сути дела, опять же, вот согласитесь, вот с тех уроков, которые я вначале показывал, что вам давал foreign key? Ничего. После этого объяснения уже кое-что. Но на самом деле, Django имеет много ключевых моментов, например, которые в данной статье явно не указаны.
Вот мы с вами, писали здесь дефолт, да, по умолчанию там один, то есть запись первая по ID. На самом деле это тоже прописано. Прописано, просто это надо знать, это тоже должен говорить преподаватель. Запомните, есть простая очень теория, которую учу я. У Django-разработчика есть три задачи. Первое. Добавить то, что нам нужно в базу данных. То есть это делается при помощи создания модели и создания базы. Как только объект оказался в базе, он наш. Все, тепленький всегда. Второй момент. Нам надо извлечь его оттуда. Для этого мы далее с вами, вот для участников школы я рассказываю. Для этого мы с вами и начали эту тему, просто затормозились на foreign key, чтобы понять. Так как мы начали работать с классами, начали с Swift, нам надо с вами дальнейшие уроки переопределения методов. И мы с вами говорили, что есть метод, допустим, kereset, который работает с API моделей. Отвлекусь немножко. Просто я хочу важный момент сказать насчет того, что в Django все написано, но не всегда все мы видим, да? То есть, если мы возьмем Django, да, то тоже будет интересно. Но я поэтому хотел бы сейчас отбросить foreign key, чтобы мы про это не заморачивались, а посложнее потом написали модель. Еще посложнее. Но чтобы это было посложнее, эти отношения надо понимать. Есть kereset, да, довольно большое количество методов. То есть Django по умолчанию, а мы с вами смотрели уже в предыдущих уроках исходный код, да, и видели, что есть 8 методов. На самом деле здесь куча вариантов, да. То есть Django по умолчанию представляет что? Она выводит все записи. Когда мы работали с URL, вы это все видели, участники школы. Но для новых говорю, просто Django по умолчанию выводит все записи. Мы могли как-то заменить это, например, выводить последние 5 записей вместо всех. Мы могли вообще заменить это поведение на наше. В данном случае метод, допустим, getKereset, он работает напрямую с API. Но мы видим тут и другие методы, которые, в принципе, проще и приятнее. GetContextName, GetContextData. Data это много. То есть, по сути дела, этот подход со стороны шаблонов. Но опять же, опять все равно, да, со стороны шаблонов, но мы все равно будем работать с чем? Мы будем работать, мы будем определять. Здесь вот неудачный пример Django. Возьмем, допустим, здесь. Да? То есть мы в любом случае будем определять какой-то вариант. Да? В любом случае опять выборку с базы. Единственная разница между kereset и context-name, что здесь мы просто работаем со стороны шаблонов. Это проще, это понятней. Но сейчас я не буду объяснять, почему, потому что это мы будем в следующих уроках разбирать. А так как нам надо будет вытаскивать сайты, допустим, вывести все сайты, допустим, все записи, относящиеся к Буфсуновскому. Как мы вот раньше вот написали Буфсуновский, потом добавили там сайт Буфсуновского, YouTube канал Буфсуновского, чтобы вывести. Но нам, по крайней мере, надо закрыть вопрос с этими вещами, чтобы вы начали работать, да, с foreign key и поняли, что надо уделить время. Да к чему я это вел? Запомните очень простую вещь. У вас всегда есть одна. У Django есть вот эти три вещи, мы сказали. А теперь давайте откроем документацию, в которой очень явно написано. Но в принципе не всегда мы это можем видеть. Это могут видеть только опытные разработчики. Они должны подсказывать. Если мы, допустим, возьмем метод foreign key to field, да,
поля связанного объекта, к которому относятся отношения, по умолчанию Джанго использует первичный ключ связанного объекта. Если вы ссылаетесь на другое поле этого бёрстена, оно должно иметь уникальность истин. Иными словами, поле должно быть уникальным. Поэтому, когда вот в данном случае мы сейчас правим сразу ошибку. Я уже посмотрел и видел ошибку. Смотрите, ребят школы, вот у нас есть нотас, да? Смотрите, что у нас есть поле slug. То есть получается в данном случае slug у нас может повторяться. Давайте попробуем это сделать. Мы правим же с вами по ходу. Ну, упустили тогда, да, все не упомнишь, но всегда обязательно это будет исправлено. Давайте попробуем добавить такую же запись. То есть название сайта. У нас была школа программирования, я попробую добавить. Не знаю, Джанго даст, может, разработчики и тут нас обвели. Нет, я добавил. При этом я посмотрю школа программирования. Так, тут добавил, теперь я добавлю статью. Там, да, я писал. Вот я возьму Буфсуновский. От контент. Во-первых, я посмотрю там, да, вот Буфсуновский и поле slug. Оно у меня запомнилось вот так, Буфсуновский. Теперь я добавлю еще один контент. Буфсуновский. Выберу. Опять школа программирования, уже две. Видите, опять уже увидел, где недоработка. Дальше какой-то контент, и видите, опять же, таким же самым Буфсуновский добавилось. Сохраняю. Что такое? Белиберда получается. Все правильно. Сразу это правим. Уникальность. Ой, сейчас начнет возбухать Джанго. Ну ладно, потом что уберем. Уникальность – истина. Далее иду в заголовок, да, name. Желательно, что мне сделать? Правильно. Добавить, чтобы заголовки тоже были уникальными. Так они будут более читаемые. То есть все делается по ходу. Так мы и готовимся. Это мы еще не разрабатываем сайт. А что вы будете разрабатывать? Я не хочу делать, во-первых, я не знаю, сколько уже там суток я видео под Джанго написал, делал сайт, давайте-ка делать, так объяснять. Нет, ребята, вы должны были URL разобрать, теперь мы разберем методы. Разберем методы, научимся с базы извлекать, достигнете результата, что вы извлекаете то, что вам надо. Тогда давайте начнем сайт писать, это уже будет интересней. Осознанно, да? Так, у нас дополнительная скобка. В принципе, теперь перезапустим, вроде как заработал, но Джанго начнет брыкаться. Иными словами, если мы начнем редактировать и попробуем сохранить, то Джанго нам уже не даст. Почему? Потому что поле, да, уже по-другому. Но, по крайней мере, это становится правильно. Получается уже другой URL, да? Name, да? Ну, то есть... Поняли. Дальше еще бы надо было кое-что сделать. Так. Slug нам запись. Теперь в поле в названии сайтов. То же самое должно произойти. Если мы попробуем сохранить, то в принципе нет. Школа программирования номер один. Номер один. Вот теперь сохранится. Но теперь более-менее порядок. Здесь школа программирования, здесь школа программирования. То есть разные. Но я к чему говорил? Это вот я увидел просто и вспомнил, да, что ошибка. По умолчанию Джанго использует первичный ключ связанного объекта. Иными словами, опять, скорее всего, новичок здесь ничего не поймет. На самом деле это дело преподавателя. Мы с вами уже это рассматривали. В принципе, я
четко понимаю, что это в моделях, и мы видим primary key, то есть первичный ключ. Я даже видел в интернете споры, люди писали, что я использую ID, потому что он быстрее работает. Ну, я разозлился, открыл исходный код, где было написано primary key, присвоит значение ID, то есть приравнено. Ну, добре. Главное, чтобы человек был добре. Так вот, когда мы с вами писали default 1, мы именно указывали, по сути дела, ID. Но все это работает через первичный ключ. Что это значит? Это все просто. Каждой записи в базе данных присваивается номер определенный. И по нему можно обращаться. Вот URL мы, допустим, обращались. И по первичному ключу можно там по Slack и так далее. Поэтому вот эти вещи, изучая Django, они просто являются именно ключевыми. Вот эти понимания, они должны считываться, да? Но опять же, смотрите, к сожалению, мне пора заканчивать и так длинный урок. Но у вас давайте выведем то, что мы с вами могли, то, что мы с вами могли сегодня узнали. Итак, у вас был вопрос определиться, по какой системе вы будете работать. Есть вариант номер один. То есть вы тупо берете какой-нибудь материал, где автор описывает некую там модель, дальше пишет, что что-то делает, ни он не понимает, ни вы не понимаете. Ну, по сути дела, где-то код понимать будете, писать не будете. Есть второй вариант. Вы все-таки работаете по системе работы с кодом. Даже в конце урока давайте посмотрим на модель. Скажите, пожалуйста, вы можете сейчас, посмотрев на модель, прочитать, что здесь мы написали? Я думаю, после второго пересмотра вы сможете делать. Я уверен, что вам ближе стало. Пока, возможно, для новичка это будет сложно, но вы же что? Ух! Вы же будете сейчас вкалывать, правильно, кто выбрал путь. Недельки три надо посидеть. Посидеть значит тем. Составьте порядка 15-20 моделей разных вариантов foreign key. То есть это будут и такие, как я показал, и модели, которые будут у вас через категории. Составьте. Первое, что надо здесь будет отработать, четко очень, это наши вот эти три варианта, которые идут из коробки. Они точно никогда не вызовут исключений. То есть вас не подведут. На первом этапе вы можете не лезть в методы, но должны знать про них. Должны знать, потому что когда вы немножечко поднатареете, и у вас пойдут заказы, если придет, слушай, а надо было сделать так, чтобы вот удаляли записи, да? Ну, я вроде удалил, но все не удалялось, да? То есть куда-то цеплялось. Вот тогда уже будете работать с этими методами, но это будет понятнее. К этому надо немножко подрасти. Хотя сложного тоже здесь ничего нету. Следующий момент. Вам обязательно надо поработать с Related Name. То есть и так, как мы делаем в школе, работать с Юпитером. Следующий момент, который мы с вами заострим внимание, а мы когда будем проходить в школе для участников, я говорю, что мы поработаем с Юпитером, потому что, понимаете, получается какая фигня. Какая задача получается интересная. А интересность в том, что когда мы с вами, например, будем работать с выборкой, да, нам, по крайней мере, надо понимать. Ведь надо понимать, как что вытянуть. Посему, давайте хотя бы последний момент еще затратим. Что-то сделаем еще. Ну, я сейчас выключу, да, и сейчас добавлю несколько записей. Но, в принципе, они уже есть. Так, контента у меня сколько? 3. Ну, мне и хватит. Только здесь я поставлю 1.
канал Бовсуновский, Бовсуновский 2. Так, чтобы было видно, что отлично. С участниками школы мы работаем с Юпитером. Мы его настраиваем в школе. Это командная строка. А кое-что еще мы забыли, ребят. Ведь вы же хотите писать. Скажите, пожалуйста. Итак, у вас есть какой-то последний проект. Есть последний проект? Ну и вы гордо говорите. Я вам говорю, открой-ка документацию последнего проекта. Ну что, открыли? Ребят, если вы не открыли документацию последнего проекта, и вы новичок, то вот ваш путь. Он таким и останется. Рассказать почему? Вы что думаете, сайт сможете разрабатывать? Не, не сможете. Это процентов 500. Вот смотрите, Бовсуновский вроде что-то знает, да, и пишет. Вот Бовсуновский этот. Вот смотрите, это серьезно на самом деле. Я готовился к занятию, да. У меня есть определенные, да, наработки, которые я себе там делал, прежде чем рассказывать ребятам школы. Но опять же, мы с участниками школы что сделали до этого? Правильно, составили документацию. Вот модель нашего приложения, вот инфонотис, маркдаун. И домашнее задание было описать полностью. Описать, найти в документации каждое поле. Заодно теперь у вас, особенно после этого видео, есть возможность посмотреть настроечки, да, описать. А вы это делаете? Вот это и есть система работы с кодом, тоже пункт. Ребят, скажите, откуда придет размышление, да, когда вы это не тренируете? Если вы думаете, что вы будете писать код, но потом, пытаясь проговорить словами, вы двусловно не можете связать, как работает код, то, ребят, писать вы не будете. И идя по улице, вам не будут приходить идеи, потому что а куда приходить? А что надо сделать, чтобы это все происходило? А вот это надо, то, что мы делаем, это надо записывать. Я дал инструмент MKDocs в школе, сам очень простой инструмент, в формате Markdown за вечер учится. И мы начинаем то, что мы делаем, описывать. И варианты, которые мы с вами рассмотрели в документации, прописывать и разъяснять. Когда мы убедились, что мы можем все объяснить, если мы делаем, у нас получается лучше. Потом, оказывается, мы ловим себя на мысли, что мы можем размышлять кодом. Это отсюда идет. Видите, мелочь? Ну ладно. А теперь мы открываем командную строку, у вас же все заготовлено, да? Особенно участники школы, я спрашиваю, мы с вами давно еще настраивали это, поэтому у вас оно есть в проекте, я очень рад тогда за вас. Если нету, то это очень плохо, ребята. Тогда вот здесь будете, либо вот здесь. Выбирайте сами. Все от действий. Так, вот у меня есть закладочка на этот проект специально. И Jupyter Shell, по-моему, да? Стоп. Не, я не туда зашел, действительно. Мне надо вот этот проект. Теперь Jupyter Shell. Это мы с вами создавали алиасы. Сейчас у нас откроется Юпитер. А мы же любим Юпитер. И давайте посмотрим. Вот что мы будем дальше делать, о чем я говорил. Извлекать данные. Поэтому нам надо очень хорошо понимать.
Так, сейчас я открою вот этот. Это другая модель, не которую мы пишем, но тем не менее она будет построена по тому же принципу. Но мы сейчас ее применим к этой модели. Чтобы дальше работать с моделями, нам надо писать представление, к которому мы должны подойти. Нам надо вообще понимать, как это работает. Давайте мы хотя бы с наскока, потому что разбираться с этим будем уже очень подробно. Сейчас пока нам надо наша модель, наше представление. Infonotus models. Import модель Cytos. Модель Nick. И модель Notes. Давайте попробуем запустить. Все отработало. Все нормально, то есть я нажал Shift Enter, исключение не вызвало. Сейчас я пока перезагружу и запустить все. Ну, то, чтобы все отработало. А вот теперь будет интересно. Давайте посмотрим, вот что здесь произошло. На самом деле это прямой есть. Но я хотел бы, чтобы вы с лету разбирались, да? Итак, я открою сейчас приложение VIFS 2 App, это по которому я рассказывал, это предыдущее видео. Итак, нас интересует вот этот вот момент. Почему он нас интересует? Мы с вами сейчас сделали следующее. Секунду. У нас есть название сайта. Оно одно там, или два. А к названию сайта относится несколько видов контента. Так вот, нам надо было бы выбрать по названию сайта весь контент, да, который относится к определенному названию. Пусть название сайта будет «Школа программирования» или там «Давайте попробуем это сделать». Тем более, вот видите, уже есть пример. Ну, давайте назовем это метод как хотим. Ну, было бы правильно. Назовем выборка объектов 2. Далее. Берем по аналогии. Это я вот готовил занятие, прежде чем делал. Вот у нас модель. В данном случае наша модель называется сайт. Та же самая, только здесь платформа. Стоп, а мы что хотим сделать? Все правильно. Давайте сначала поймем логику. Сначала указывается модель. Модель, с которой мы хотим выбрать. То есть имя, да? Дальше. Дальше указывается стандартный менеджер. Ну, давайте так. Дальше указывается метод, который мы выбрали. Дальше Django представляет очень простой инструмент.
который говорит следующее. Поле Форен Кей поле Форен Кей. Иными словами, в нашем нынешнем примере это поле Сайтес. Далее мы смотрим. Два подчеркивания нижних. И далее поле модели Cites, с которого мы хотим выбрать. То есть по имени. По имени поля выберутся все записи. Оно у нас name. Я не хотел расписывать, но в принципе здесь все понятно. Давайте попробуем, сработает или нет. А вдруг сработает? Это же будет здорово. Итак, нас интересует на данном случае модель наша. Это модель сами нотис, то есть там, где сохраняется контент. Ну, давайте попробуем. Notes. Стандарты менеджер. Object. Так вот, я бы мог выбрать вообще переписать вот этот менеджер. Но это я к слову говорю. Object. Далее. Метод. Order by. В данном случае я говорю, что есть то, что относится к шаблонам, да, а есть то, что относится к API. Вот сейчас мы выбираем по API модели, да, их много. То есть, по сути дела, вы помните, я говорил, какая у программиста задача? Первое, засунуть базу, засунули, ну или разместить. Второе. Извлечь оттуда. Вот этим вопросом мы и будем серьезно заниматься. Понять. То есть нам ведь надо извлечь то, что нам надо. А в данном случае мы хотим все записи извлечь, которые относятся к какой-то категории конкретной. Вот давайте пробовать. Это же интересно, ребят. Потерял я. Много вкладок открыл. То есть, теперь я хочу выбрать. Далее я беру поле Sites. То есть, мои все записи указываю, да, мои все записи. Сайтес, как раз я его и сделал, чтобы не путаться по модели. Далее. Синтаксис соблюдаю. Два нижних подчеркивания. И выбрать, ведь моя модель ссылается на модель Сайтес, а она имеет поле name. По нему и выбрать. Name. Это я проверяю себя. Да? В данном случае моя задача зайти реально на сайт, чтобы проверить, как это работает, да? И посмотреть записи. Название сайтов. Школа программирования. Давайте посмотрим, сколько там. Ну, ладно. Так, я проверяю.
освоить значение школа программирования. Попробую сделать. Я получаю исключение. А может, я что-то не то сделал? Правильно. Конечно, не то. И это я делал намеренно. Вот вы сейчас пойдете и почитаете, зачем используется order by. Ведь вы видите, тут фильтр. Ведь нам надо фильтровать. А ваша задача почитать, что такое order by. Потому что этот метод вы будете использовать. Его лучше использовать, чем all. Все. Почему? Давайте попробуем изменить. Ошибку не вызвала, это уже хорошо. Так, у нас там нету записей. А там, ну, вторая запись есть у нас все-таки. Там должны быть записи. Вот это. Так. Здесь все есть. Отлично. Смотрите. Вот Бусуновский, Бусуновский, Бусуновский 1, Бусуновский 2, канал Бусуновского. Вот теперь, вот это дальше, чтобы вы понимали, мы будем тренировать. То есть я запланировал, что я хочу вытянуть, и я должен понять, как это вытянуть. Вот только после этого я могу приступать к каким-то представлениям, чтобы уже вбить это в реальное представление. Тогда мой сайт будет абсолютно любым. Я могу сделать сайт любой сложности, показывать контент, кому хочу, и так далее, и что хочу. Вы у себя спрашиваете, я вас спрашиваю. Вы так делаете? Если не делаете, это плохо. Ребят, получилось очень длинное видео. На самом деле, вот таким способом действительно можно разобраться в Джанго. Именно разобраться. И потом вам будет легче и легче становиться документация. И когда вы будете открывать код, в нем будет все больше и больше то, что вы считываете легко. А меньше того, что вы не понимаете. Но ведь вы научились уже и будете понимать, что надо идти к документации. Ну, а кому интересен мой подход, приходите в школу и потихонечку занимайтесь. Все, успехов. Надеюсь, вынесли для себя кто-то что-то полезное.